Инвалидам СВО решат жилищные вопросы. На это направлен новый закон Новосибирской области. Воинам, которые теперь прикованы к инвалидной коляске, выделят средства. Деньги можно потратить на два направления. Либо обустроить жилье с учетом нужд инвалида, на это выделят 500 тысяч рублей. Либо купить уже готовое приспособленное жилье, на это 1 000 000. Приобретение приспособленного жилого помещения, включая оплату услуг по подбору жилого помещения и сопровождению сделки по приобретению жилого помещения, при условии продажи принадлежавшего гражданину неприспособленного жилого помещения в размере до 1 000 000 рублей. Выплата предоставляется однократно.